Ух, и долго же меня не было, не правда ли? За это время произошло немало всего, и вот новый ролик. Возможно, не то, что вы от меня ждали, но кому сейчас легко? Разве что Теспи. Эх, так же хочу. Кстати, ролик снимался на General PvP и плюсом, мне дали целых 6 промокодов. 5 из них не имеют ограничения по активациям, так что лутайте все 6. Но забрать вы их сможете только после подписки на канал и лайка под роликом. Договорились? Приятного просмотра. Соседи, да, соли типа, не найдется. Что? Соли не найдется. Пошел в жопу, блядь. Это кто говорит? А вам сишки не нужны, мы их поставить, вы активировать можем. Давайте нам лучше сюда. Вы где нахуй? Давайте. Это кто говорит? Здравствуйте. Добрый вечер. Дайте погреться зайти. Заходи. Спасибо. Дайте дальше погреться. Спасибо. А можно возле сейфа... О! Добавь, пожалуйста. Вот здесь вот погреться можно. Вот эти вот пустые. Пустые. Нахуй ты говоришь, игрок? Так, я понял, эти пустые, хорошо. По логике вещей, вот эти самые лучшие. Смотрите, логика. А, я админ, давайте мне вещей, я классный. И пиздобол. Это тоже не исключаю. Не можешь? Я сейчас играю как игрок, поэтому да. Игрок всегда с молоточком голубеньким в нике. Это випка новая. Нет у меня молоточка в нике. Есть. Я тебя полечил. Ну, дядя, не стукай. Не надо, дядя. Я гейпати тупо. Ребят, я его повалил. Смотри, какого лося завалил. Мне жопа. Покажите, где у вас генератор находится. Да-да-да-да-да. Покажите, пожалуйста. А зачем? Ревизор железный. Добро пожаловать. Алик, наверх, я вам покажу. Алик, ты ебан? Ты знаешь, что они тоже рейдят, блять? Железный ревизор, так. Нет, они. Кухню вашу покажите, пожалуйста. Вот. Мы хотим проверить ваши счетчики. Вы не накручиваете там, нет? Пошлите наверх. Только вы заебетесь подниматься, конечно, но все же. Неважно, мы умные. Вы сколько умные. Еще? Слушай, ты бежать заебался, они это все строили, фармили. Они больные. О. Как заебались вообще. Эх, родные чебоксары. Еще выше есть, дохуя. Это говоришь человек, у которого глайдер в инвентаре. А скажите, пожалуйста, у вас с мозгами все хорошо, не? В вашем доме бюджет всего фалька. Они не знают, что такое фалька. Я не знаю. Они нормальные люди. А, да? Надо меньше аниме смотреть. Слушай, пока мы начнем рейдить, мы состаримся. Если что, не рейдите. Мы вам совет. Если только можешь под конец один день. Еще бы ты сказал, советую рейдить. Это как его? Идите в Дискорд, хорош там пиздеть, блять. Где пиздеть? РП. РП надо, РП. По-моему, у меня уже этот. Ну. Голова кружится. А чё, а дальше слабо? Нет, не слабо. Да съебись нахуй, ты жирный какой-то. Тебе мало то, что я тебе ночью нашел? Ладно, кусочка. Я понял. Пока. Ну-ка, дети, встаньте в круг. Допустим. Я лечу. Как я в круг могу встать? Могу вот так лечь. Куда ты летишь? Они уже все. Не-не-не, идите сюда, идите сюда. Примите ТП. Они спустились вниз быстрым способом. На лифте, без лифта. Попадают наши вещи, то есть я не вижу эти вещи. Вообще не вижу эти вещи. По логике вещения у тебя упали ниже. Посмотри внизу. Ну не прыгай, да, а вот этаж ниже. У меня вот. Гоя подберу, блядь. Гоя подберу, короче, скину. Да. Да-да, мы так и делали. А мы, снизу у меня тоже нету. Я могу вам демку показать. О, прикол, хотите? Да. Ну у меня нет винтиков так-то, это обидно немножко, но все равно. Блять. Нихуя ты там вызов бросаешь. Крутая штука, да? Да, очень круто, я хочу вещи. Блять, я все поебал. А, блять, не, я так не был. Ты не проебал, вот смотри. Бачок, вот все поднимается. А где? У меня, кстати, такое же было. Кстати, я вещей думал, нету. Я... Оба-на, они здесь. Нету вещей. Я тоже нету. А, ты. Ты читер, блять, ты снизу, а они сверху. Да. Да-да-да, у меня так. Я это говорил, да. Все, я записал, я сейчас админу скину, тебя забанят. Как ты админ? Попробуй. Ты админ. Я тебе по IP вычислю. Видишь, чтобы у меня никси не был? Нет. Значит, не админ. Докажи, что не админ. Ну-ка, скинь. Ну-ка, скинь молоточек. Нет, молоточка. Тебя только что убивал, у меня не было. А ёб твою мать. Реально нет.
Ай, а у меня тем более. А я попрошу немножечко аптечки. Ну, хотя бы бинтика вшил в каком-нибудь соке. Да без проблем. Сейчас трусы порвет. Да не то. Спасибо большое, но... Сейчас... О, вот так лучше. И сейчас биты еще сверху. Сейчас просек. В смысле? Все, что есть, я дам. А. О, все. Сейчас не понял. Мое. Какое мое? Я больше нахожусь. Я выше, видишь. Мое. Как вообще работает эта хрень? Типа, чем больше я стою здесь, на этой точке, тем больше у меня очков, и оно дойдет до конечной цели, и все. Не, секунду. Вот смотри, сейчас я выйду за локацию, типа ты меня убил якобы, либо просто я ушел. Вот смотри, Блэк, вот видишь, вот в оранжевой единичке написано, это значит, что один человек есть из этого клана. Я вот вышел, там ноль, и я перестаю фармить очки. Каждую секунду одно очко добавляется. Вот. Я возвращаюсь, у тебя там единичка теперь пишется, и очки начинают у меня тоже идти. Вот. А когда идет капт, когда другие человеки приходят, твоя задача удержаться на этой точке, а всех остальных просто выгнать, типа всех убить, чтобы один там был, и один очки фармил. Допустим, под конец, под одну секунду он убьет и захватит точку. То есть, если чел умер, он может вернуться и продолжить? Конечно. Окей. Если его тиммейты придут, они могут тоже продолжить. Начать атаку только заместитель может и глава клана. А участвовать, вот отображаться типа 1, 2, 3 человека обычные игроки могут. Есть скины какие-нибудь не нужны? Да, есть в этот самый. В понедельник приходи на ивент, первое место лутать, забирай скин. Охуенно. Что? Чисто послал, знаешь, такое культурно. Не, я серьезно, блядь, приходите на ивент, ебаный рот. Какой, блядь? В смысле какой? Мы не знаем. Команду топ-ген напишите. Топ-ген. Я с тобой в команде. Ладно? Меня все бросили, кинули. Ладно. Меня никто давайте не любит. Мы с вами. Топ-ген. О, кстати, красиво. А, я вроде видел. Ага, ладно. Чтобы принять участие в ивенте, необходимо установить генератор орды на любой локации, блядь. А, это я вспомнил. Который показывал. Который каждую неделю проходит. Так он уже был вроде. На следующей неделе будет ивент. На эту неделю будет. Но в понедельник. В понедельник? Он же вроде по субботам, в воскресенье, нет? Да, он по выходным, но мы сегодня решили не делать, решили завтра. Кто мы? Ты единственный админ. Блять, мне нужно сидеть, видос монтировать, а я сижу, блять, играю, нахуй. Ну такая же история, не представляешь. А у тебя там что снято? Вторая часть на Раше. У меня ТСП 700 рублей забрал за прирол, и все. Это было 3 года назад. Прирола до сих пор нет. 700 рублей мне. Бля, прикинь, ему через 3 года пишу, ну то есть завтра, например, говорю, бля, мне прирол нужен. Плати. Помнишь, как разговаривали? Отца там гад. Не помню. А на военке? Оду. Вот эта тачка оранжевого, он на ней был. А, его не было. Ее не было, да, он приехал. На вышке, наверное. Да-да-да, у меня. А, она наверху, надо мной, походу. В смысле? Лестница. Иди сюда. Блять. Найс. Минус. Не знаю, как я его убил, но все равно хорошо. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Я пошел делать вторую часть выживания на Раша Ваниле. Ну а вы можете пока подписаться на телегу и посмотреть, как я сходил в военкомат и чем это все вообще закончилось. Ссылка на телегу в описании. Ну, я надеюсь, что ты уже подписался на канал. Правда ведь? А если ты не видел первую часть выживания на Раша Ваниле, то ролик вылезет на следующем кадре. До скорого!